В общественной палате Люберец прошло заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и конфессиональным отношениям. Представители конфессии рассказали о проделанной работе за второй и третий кварталы года и поделились намеченными планами. Первый, второй квартал у нас очень бурно идут. Мы проводили очень много мероприятий в этом году. Люберецкая армянская община – одна из самых активных в округе. Объединение помогает землякам с трудностями, которые возникают при переезде. Силами общины организована школа, в которой обучают родному языку. Кроме того, общественники проводят национальные праздники. Особенно богатый год на мероприятия получился у еврейской общины. Это позволило пополнить ряды объединения. Малаховская еврейская община постоянно расширяет спектр благотворительной деятельности. Вот, мы надеемся, что и в будущем году, сейчас у нас наступил 5780 год, что мы привлечем еще больше, охватить больше людей, которые нуждаются в поддержке. Каждая из национальных общин рассказала и о проектах, которые пока только в стадии разработки. Председатель комиссии Екатерина Дегтярева предложила собравшимся открыть уголок национальных культур в Есенинской библиотеке. Это реально сделать, и туда приходят реально школьники. Если мы что-то хотим, нам нужно определиться с объемом своих экспозиций. Нужен объем полностью того, что мы хотим представить. Насколько у нас исторически значимые вещи есть вообще. Что мы вообще хотим о Люберецком районе показать в рамках разреза народов? Также на заседании обсудили планы на День народного единства. 4 ноября национальные автономии объединят силы, чтобы организовать праздник на высоком уровне. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.